У нас день соборності на цих вихідних. Не знаю. Єдність українців. Скільки важлива зараз? На вас. Чому українці? Взагалі всього міра за мир. Чтобы были добрые люди, доброта. У нас же зараз війна йде, і нам потрібно всім єднатися, щоб не побідити. Нічого я не думаю. Я вне політики. А так війна – це політика, так? А? Політика, звісно. Политика. Всех. И Америки, и Украины, и России. Так а кто агрессор? А кто агрессор тогда? Кто войну начал? Украина. Украина распочала войну? Да. А против кого она распочала войну? В 2014 году. Против своих людей. Украина сама на себя напала, да? Да. Но а на Донбассе чьи люди? Ну, чьи люди на Донбассе? А какими танками тогда Украина напала сама на себя? Российскими, возможно? Американскими. Американскими, да. А вы ждете русский мир, так я поняла? А при чем русский мир? Русский мир. При чем тут? Окей, а Тростянець кто в этом году оккупировал? Я вам сказала, что я вне политики.